Приветствуем наших милых зрителей на YouTube-канале интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы рады представить вам новинки серебряных ювелирных украшений. Смотрите ролик до конца, а мы уже начинаем наш обзор. Представляем вам кольцо из серебра 925 пробы. В покрытиях оксидирования и золочения. Украшение без вставок. Наш обзор мы начинаем с трендовых украшений. Это кольцо на вторую фалангу пальца, не сдающее своих позиций с самого начала летнего сезона. Такие кольца не препятствуют движению пальцев и смотрятся очень стильно. Попробуйте и вы. Паспортный вес кольца 1,3 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование. Вставка – имитация жемчуга. Изысканный комплект для любительниц филигранных узоров. Оцените, как они сочетаются с жемчужной вставкой и как дополняют друг друга дизайны в кольце и серьгах. Также обращаем ваше внимание на форму серег. Оцените, какие плавные изгибы. Такие украшения лучше всего будут смотреться именно вместе, но, конечно, по желанию вы можете носить их и по отдельности. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 7,4 грамма, паспортный вес кольца 3,6 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, вставка искусственный авантюрин. Эта невероятная вставка вновь одна из самых главных находок сегодняшнего видеообзора. Посмотрите, как сверкают в нем маленькие разноцветные искорки. Мы хотим, чтобы и ваш взгляд искрился счастьем, когда вы получите этот комплект и наденете его с любым вечерним платьем или деловым костюмом. Серьги с английским замочком, их паспортный вес 6,2 грамма, паспортный вес кольца 3 грамма ровно. Ссылки для заказа украшений доступны в описании под видеороликом. Серьги и кольцо в серебре 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях фианит. Еще один благородный комплект украшений с интереснейшим дизайном. Эти украшения будут просто притягивать комплименты к своей обладательнице. Обратите внимание, какое богатство деталей и узоров собрано в этих изделиях. Заказывайте украшения по отдельности или комплектам в интернет-магазине «Серебряная птица», перейдя по ссылкам в описании к видео. Паспортный вес серег 8,7 грамма, кольца 7,6 грамма. На серьгах английский замочек. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений родирование, вставка фианиты. Идеальное украшение для торжественного выхода в нашем видеообзоре для вас. Только посмотрите на огранку фианита. Роскошь во всем своем проявлении. Как оправа кольца повторяется и в серьгах, и как элегантно дорожка из аккуратных фианитов дополняет одну большую центральную вставку. Уверяем вас, этот комплект достоин, чтобы занять особое место в вашей коллекции аксессуаров и уже ждет, когда вы заберете его. Паспортный вес серег 5,7 грамма, кольца 4,5 грамма. На серьгах французский замочек без петли.
серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Украшения без вставок. Геометрия остается в категории трендов вот уже который сезон, а мы не устаем восхищаться новинкой, которая уже представлена на нашем сайте. С одной стороны простые, но и в то же время очень интересные серьги – то, что нужно для создания лаконичного, но очень стильного образа. Выбирайте покрытие, переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте новые украшения для себя прямо сейчас. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 4,7 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка культивированный жемчуг. Продолжают наш обзор вот такой цветочный комплект. Серьги и кольцо очень изысканно дополняют друг друга, и их хочется рассматривать, находя все новые и новые ювелирные детали. В то же время комплект совсем не является тяжелым или отвлекающим внимание от самого главного, от вас, конечно же. Он прекрасно дополнит образ и при этом оставит свою обладательницу в центре внимания. Отличный выбор! Паспортный вес серег 5,4 грамма, на них присутствует английский замочек, паспортный вес кольца 4,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка искусственный янтарь. Украшения в традиционном стиле с янтарем – настоящая дань приволжским ювелирным мотивам. А в сочетании с филигранными узорами украшения становятся очень узнаваемыми в любом уголке нашей необъятной родины. Заказывайте эти шикарные изделия прямо сейчас на нашем сайте, переходя по ссылкам в описании к видеоролику. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 8,6 грамма, паспортный вес подвески 3,5 грамма. В обзоре использована цепь КТ-35 в покрытии оксидирования. Серьги и кольцо в серебре 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – фианит. Казалось бы, классический комплект украшений с фианитом весьма универсальный, однако стоит присмотреться, какая роскошная оправа камня, какое крепление и на кольце, и на серьгах. Очень интересно и так необычно выглядит. Мы очень рекомендуем присмотреться к этому комплекту и скорее заказывать его на сайте нашего магазина «Серебряная птица», пока эта горячая новинка есть в наличии. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 7 грамм ровно, паспортный вес кольца 4 грамма ровно. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения с элементами выборочного родирования. Вставка – культивированный жемчуг. Очень нежный и элегантный комплект для женственных и утонченных нарядов. Оцените, какое сочетание дизайнерских элементов в золочении и в родировании. Это очень модно. И при этом изделия смотрятся все равно очень и очень аккуратно и стильно. И уже ждут, когда они смогут пополнить именно вашу коллекцию ювелирных украшений. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 3,5 грамма, паспортный вес кольца 2,2 грамма.
серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка и искусственный янтарь. И вновь в нашем обзоре комплект с этой удивительной вставкой. Оцените, какие переливы, какая она насыщенная и глубокая. Очень подходит такой комплект к наступившим осенним дням и соответствующим образом. Выбирайте и вы аксессуары, которые раскроют вашу натуру и подчеркнут настроение. А интернет-магазин «Серебряная птица» с радостью поможет вам в этом. Серьги с английским замочком, их паспортный вес 8 грамм, паспортный вес кольца 4,9 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях фианиты. Миниатюрные и очень грациозные украшения рады блистать сейчас перед вами. Они просто созданы, чтобы создать аккуратный, но очень изысканный акцент в вашем вечернем, деловом и даже повседневном образе. Они не отвлекают внимания и в то же время подчеркивают грацию и утонченный вкус своей владелицы, невесомо сверкая на ее руке и ушке. Очень рекомендуем к покупке. Серьги с английским замочком, их паспортный вес 2,4 грамма, паспортный вес кольца 1,5 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения, вставка, сетал, собственной огранки. По завершении обзора мы приготовили две, ну, очень привлекательные новинки. Оцените эту прекрасную вставку, сетал. Посмотрите, какие она дает переливы, какие оттенки прячутся в глубине камня. Настоящий восторг! Уверяем, все окружающие оценят ваш ювелирный выбор, поэтому не видим ни одной причины не заказать эти украшения прямо сейчас, перейдя на наш сайт по ссылкам в описании. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 6,8 грамма, паспортный вес кольца 4,2 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование, вставка, искусственный сетал. И еще один комплект украшений, на этот раз уже с другим цветом вставки, с переливами от темно-фиолетового до серебристо-зеленого. И этот градиент очень подходит к покрытию, согласитесь? Мы будем очень рады видеть ваши комментарии под видео, какой комплект украшений вам понравился больше, в оксидировании или в золочении. Ну и, конечно же, не устаем напоминать, что все украшения уже доступны для заказа. Паспортный вес серег 6,6 грамма, кольца 4 грамма ровно. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка, имитация жемчуга. Наш показ завершает комплект с жемчугом в сочетании с филигранными узорами. И эти украшения вновь покоряют наши сердца. Посмотрите, какой изящный филигранный завиток, как нежно он обнимает крупную и красивую жемчужину. Такой дизайн добавляет и серьгам, и кольцу еще больше воздушности и легкости. И вместе комплект выглядит очень интересно и благородно. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 6,2 грамма, паспортный вес кольца 4,7 грамма.
На этом мы завершаем наш обзор. Мы благодарим вас за внимание, вашу обратную связь и теплые комментарии. Не забывайте делиться видео с друзьями, а мы будем ждать вас в новых видеороликах. Искренне ваш, интернет-магазин «Серебряная птица».